В Доме офицеров провели первенство Московской области по блицу среди ветеранов. В интеллектуальном поединке сразились 40 шахматистов из Московской области. За шахматными баталиями наблюдал наш корреспондент. Соревнования проводят четвертый год по инициативе Шахматной федерации «Люберец». Они объединяют профессионалов и любителей. Владимиру Епишкину из Раменского турнир дал возможность улучшить шахматные навыки и найти единомышленников. Это мое хобби, занятие. Я музыкант. Поэтому для меня шахматы – это как бы общение, времяпровождение такое душевное. Люди как бы очень достойные все. Как бы творчески интересно, поэтому вот это меня располагает. Шахматный блиц отличается от классической игры временем на раздумье. Не больше 10 минут на всю партию, что требует от игроков быстрого и точного принятия решений. В данном случае у нас на партии дается 5 минут плюс 3 секунды на каждый ход. Люберецкая команда сильнейшая в области. Вот на данный момент у нас нет соперников по силе. Практически мы завоевали 7 кубков подряд за последние 4 года. Люберецкие шахматисты отличились и в этом турнире. Заняли более 10 призовых мест. Богдан Колесников, Денис Заугольников, телеканал ЛРТ.